Я стала химиком. Сейчас буду химичить. Очки одела? Какие тут растворы есть. Ну что ж, кто ко мне зайдет, какой-то внучок, я их затролю. Нальем вот это, теперь вот это. Стопендра, прямо сейчас поставь лайк, и мы затроллим эту бабку. Теперь вот это. Ау! Что такое? Всем привет! Мы играем сейчас в Scary Teacher. Наконец-таки я вернулся и вышло обновление. Поставьте прямо сейчас лайк. Мы сейчас реально ее затроллим. Ну-ка, возьмем смех. Пусть эта бабуля это посмеется. Мы сделаем вот так вот. Ой, как смешно. Какой-то внучок кинул мне смешалку. Сейчас мы пройдем твой уровень новый. И, кстати, тут два уровня. Сегодня нам нужно пройти их обязательно. Мы заходим в эту кладовку. Забираем тут, получается, домкрат. Забрали. Теперь мы должны забраться наверх. Я иду по своему дому. Я уже химик обезбашенный. Так что меня никто не тронет. Бабулета, успокойся. Для начала мы берем вот эту штуку. Забрали. Теперь мы должны взять, получается, лестницу. С лестницей мы идем вот сюда. Тут есть какой-то проход, который, смотрите, секретный. Оу, я танцую. Никто так не умеет танцевать. Ё-моё, бабулета, ты что, издеваешься? Мы ставим это сюда. Посмотрите, тут протечка. И тут у нее секретная лаборатория. Вот это да! Алкоголь. Так, хирдоген. Алкоголь нельзя пить, друзья. Я сразу вам говорю, поэтому противопоказано. Противопоказано мы забираем. Мы забираем вот эту штуку. Забрали. Теперь мы должны спуститься вниз. О! Warm water. Повернули, смотрите. Отлично. Если мы повернем обратно, получается, бабуле-то как бы нормально все будет, а вот так вот нет. Как вы помните, она кинула туда свои очки. Эти очки мы должны поднять с домкратом. О, я иду. Пойду в комнату посплю. Поспи, бабулета. Мы спускаемся вниз прямо сейчас. И нам нужно, кстати, поднять вот эту штуку. Давай. И берем в руки. Поднимаем. Очечки, вы тут? Конечно, тут. Мы их взяли, эти очки. Теперь мы должны взять вот этот раствор, закипятить. Оу, бабулита! Я знала, что ты тот. Теперь мы подходим сюда, заливаем сюда. Ты, конечно же, сейчас закипятится. Чайник сам налил сюда в эту бутылочку. Отлично. Теперь мы должны забрать вот это. Забираем. И получается, у нее тут есть какая-то штука. Мы должны ее забрать. Так, забирай, подожди, давай быстрее. И раз, все. Ryan Misty Experience. Хорошо, сейчас мы это сделаем. Как вы могли заметить, тут какая-то... Смотрите, что это? Я просто в шоке. Мы заливаем вот это. Вот это. Вот это. Оу! Что я сделал? Нет! Нет! Как это возможно? Как я зафейлился? О май гад! Ну, сейчас мне нужно обязательно все четко сделать. Мы берем первую вот эту штуку. Заливаем сюда. Вторую вот эту штуку. Теперь, что мы должны сделать? А как вы думаете? Конечно же, вот эту бутылку сюда. Это сюда. Run away so misty doesn't find you. Мы что-то натурили тут, смотрите. Это реально какой-то химический эксперимент. Сейчас бабулита, походу, бабахнет. Я этого жду. На самом деле, мне кажется, вы все ждете. Давайте посмотрим. О, я иду проверять этот эксперимент. Не знаю, что будет, но я чувствую, что сейчас будет великолепный эксперимент во всей вселенной. Смотрим. О, смотри. Ну-ка, я приготовил эксперимент для тебя, дедуля. Ой, мне не нравится, ну что? Ну-ка, тянем. Вот так вот, смотрим. Сейчас будет, смотри, как очень классно и феерически. Подожди, у тебя сзади горит что-то. Что это было? Вот это жесткий реально пранк. Я в шоке. Новый год, новые возможности. Топорчик, кидайся! Я могу убегать от него, смотрите, как я умею! Ау! Ауч! Нет, это не то. Мне нужно стать прогеймером. Вот это вот моя стезя. Нет, никакой вообще-то мне нужен ноутбук. Мне нужен компьютер! Так, подожди, что? Бабулита станет геймером?
Как это возможно вообще, я не понимаю? Бабуля, тебе сколько лет? Тебе где-то 90 лет, и ты хочешь стать геймером? Ну, я понимаю, все возможно в этом мире, но то, что ты геймером станешь, я, конечно, что-то немаловероятно. Вот ее ноутбук, который она хочет играть. Посмотрите, тут есть какой-то пароль. Нам нужно его ввести, но я не знаю пока что пароль. Подождите, в этой комнате, где-то в этих комнатах есть какой-то ящик. Секретный ящик Бабулиты. Также тут есть вантус, мы берем его. И это тоже. Так, и что теперь? Мы его Ryan Misty New Laptop. А зачем мы взяли этот вантус? Не понял. Конечно, если логично подумать, если вантус сломан, нам нужно его залатать. А чем? Конечно же, скотчем. Скотч находится на... Подождите, что это такое? А? Мы берем. Ага. И куда-то он закинул ключ от лаптопа. Куда он закинул этот дедуля? Надо... Ну-ка. Хопа. Флешечку за... Ух ты! Что это было? А! Взорвалось? Подождите! Как это возможно? Как эта флешечка взорвалась? Что-то я не понял. Спускаемся мы в подвал, забираем скачанский. Надеюсь, бабулиты там нет в подвале. Кстати, тут еще плюс дедуля. У нее есть дедуля, который ходит вместе с ней. Это, конечно, странно, но я, конечно, понимаю их. Вместе парочка, как бы... О, подожди, а что за... Картина какая-то, это их внучка, походу, да? Ёшкин кот. Ну, это, конечно, стрёмно. Ё-моё! Что? А? Бабулита? 100 000 подписчиков у неё! Yes! Что? Она села за комп, я ничего не успел сделать! У Бабулита тут есть какая-то записка. 06.06.2020 год. А, 54 года ей. Ничего себе! Ей 54... Теперь будем знать! Ха-ха-ха! Ничего себе! Я откуда мог знать, что ей 54? Друзья, вы скажете по ней? Ну, не знаю. Эй, кто там разговаривает? Мне 54 вообще-то, если вы не знали, дурачки! В смысле, не обзывай моих подписчиков. Мы забираем вот эту подушечку. Она нам нужна. Знаете для чего? Конечно! Только что взорвалась эта флешка. А если мы подставим под флешку эту подушку, она не взорвется и упадет на подушку. Все логично. Теперь нам нужно спуститься вниз, забрать скотч. И, конечно же, уже пранковать Бабулиту. Должны установить подушку тут. Хопа, снизу. Рогаточку мы берем. И, как всегда, мы должны добыть себе вот эту, получается, флешку. Флешка летит прямо на подушку. Она не взорвалась. Мы забираем флешечку. Эта флешка нам нужна. С этой флешкой мы сейчас сделаем так, чтобы Бабулита попала в игру. То есть она будет в реальном времени играть в игру. И там будет жесть, какой-то пранк. Чувствую, будет жестко. Мы спускаемся вниз, забираем скотч. И, конечно же, залатаем сейчас вантус. С вантуса мы заберем ключ. А этот ключ открывает новые возможности. А знаете какие? Вот тут где-то есть, получается, какая-то, как бы, коробка, которую мы должны открыть. Видите? Тут еще какая-то коробка, которую мы должны открыть с этим. И тут ноутбук ее. Конечно, я все понял. Теперь нам нужно вантус забрать. А, чуметь. Вот же да. Теперь все понятно. О, я читаю книжку. Только 5 секунд читаю. Мне больше не интересно. Чего? Бабка, ты что, немножко... Ты с дупа рухнула или как? Или тебя в детстве роняли? Так, мы давай заскочим сейчас этот вантус. Давай быстрее. Заскачивай. Че? Это что такое? А, фу, я думал, баг сработал. Ну ладно, в принципе, можно все ожидать от этой бабулиты. Мы заскочили этот вантус, забираем вантус. Ну, с вантусос, давай, забирай. И, конечно же, добываем тут ключ. Ключанский мы забрали. Мы должны с этим ключиком теперь открыть тот бокс на первом этаже. Так, спускаемся вниз. А, бабулита! Отвянь от меня! Оу, блин, это ж пронесло-то как, а? Так, мы теперь идем сюда. Где-то тут находится бокс в этой комнате. Главное не зафейлить, чтобы бабулита меня не поймала. Открывай эту комнату. Вот же да, где же этот бокс? А? Так, yes, открывай. Забираем потом лаптоп. Мы должны поменять лаптоп, походу, да? А, нужно вирус туда закачать. Конечно. Find allowed вирус. Вирус закинули. Флешку мы забираем. Теперь что? Find a way to unlock virus. Так, find a way. Типа, найди способ загрузить вирус. Конечно, на втором этаже, друзья. На втором этаже находится ее комп. Чё? Ты о каком компьютере говоришь? Это мой компьютер, не трогай.
Так, бабуля, ты успокойся. Так, ищем, ищем. Ищем этот комп. Это ванная, вам нам не сюда не надо. Нам нужно найти ее комп. Конечно же, где-то там. Так, мы заходим, заходим. Пожалуйста, что-нибудь сработает, какой-нибудь баг. Так, теперь загружаем. Yes. Мы должны забрать эту флешку. Не надо забирать. Все, валим, 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 валим. А зачем мы на второй ноутбук залили? Я не знаю. Второй ноутбук этого дедушки. Дедушка, друзья. Точняк. О, я иду играть в компьютер. Я же стала геймером. Ну что? Дедуля, ты где? Пошли со мной, будешь в пати играть. В онлайн поиграем в Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт, дедуля. Чего? Она зовет дедуля, чтобы поиграть... Ух ты ж, ёшкин кот! Она реально геймер! Очуметь! А ну-ка, пок... Ау! Ау, что? Где я? Я... в какой-то реальной игре? Горилла! Очуметь, друзья, мы прошли новое обновление Мисти. Но, смотрите... Тут, наверное, только еще одно обновление. Эту, как бы, версию я нашел вообще на самом деле в просторах интернета. В Play Market она еще не вышла. Поэтому, друзья, надеюсь, вы оцените этот ролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Все, всем удачи, всем добра, всем спасибо, всем хорошего, делайте добро, не делайте зла, будьте все равно спасибо. Всем пока-пока-пока-пока.